Джерри Уэлсман, по мнению издания American Photographer, считается одним из 10 наиболее значительных фотографов 20 века. Так чем же он так знаменит? Снимки Уэлсмана были по-настоящему революционными. Ему удавалось совмещать несколько разных изображений в одно. Что ж тут такого, скажете вы? Ничего, если у вас есть Photoshop. А вот если творите вы в середине 60-х, когда Photoshop и в проекте нет, вы гений. Джерри Уэлсмана называют одним из тех, кто расширил привычные рамки фотографии, став пионером фотографии сюрреалистичной. Изначально фотография была для него всего лишь хобби. В старших классах Джерри подрабатывал помощником свадебного фотографа, перезаряжал пленку, таскал штатив и всегда был на подхвате. А уже в институт Уэлсман поступил осознанно, чтобы стать фотографом-портретистом. И очень скоро понял, какое мощное средство для самовыражения у него в руках. Свой первый коллаж он создал еще в конце 50-х и постепенно начал видеть удивительную гармонию в том, как реальный мир на его снимках переплетается с нереальным. Джерри Уэлсман работает и сегодня. Он остается верен собственной технике и считает, что в затемненной фотолаборатории творятся чудеса. Уэлсман продолжает быть невероятно строгим к себе, и после долгого труда в лаборатории зачастую большинство его работ оказываются в мусорной корзине. Жизненное кредо фотографа с мировым именем – нет неинтересных вещей, есть неинтересующиеся люди.